Leave your coat, it isn't cold out. I'll be with you just in case. Друзья мои, приветствую вас на канале Аши. Сегодня разбираем узор для топа с сайта Shein. Он достаточно простой, ажурный, выглядит минималистично, тем самым и привлекателен. Прежде чем я перейду к мастер-классу, напомню, у меня есть телеграм-канал, и вы можете присоединиться к нему по ссылке в закрепленном комментарии к видео. Раппорт составит 2 петли и 8 рядов по высоте. Вяжется очень просто. Переходим к мастер-классу. Друзья, давайте начнем так. Для того, чтобы сократить мастер-класс, продиктую первые 4 ряда без провязывания. Во-первых, с каждой стороны узора у меня имеется по 3 кромочные петли. Я их постоянно буду провязывать лицевыми, и они не будут входить в озвучку. Далее так. Первый ряд провязываю лицевыми петлями, второй ряд изнаночными петлями, третий ряд лицевыми петлями. И давайте начнем с 4 ряда. Здесь я также все петли полностью провяжу лицевыми до конца. В пятом ряду я перехожу к формированию ажурной дорожки. Здесь все тоже очень просто. Я подхватываю первые 2 петли по ходу вязания и провязываю их за передние стенки одной лицевой, после чего делаю накид. Еще раз повторю эту манипуляцию, подхватываю за передние стенки первые 2 петли по ходу вязания и делаю накид. Теперь 6-й ряд. Здесь так, лицевая петля и изнаночная. Причем накиды лицевой петлей я провязываю за передние стенки. Лицевая и изнаночная. В 7-м ряду раппорта я полностью все петли провяжу лицевыми до конца. Восьмой ряд раппорта для данного узора будет заключительный. Делаю накид и провязываю 2 петли вместе, одной изнаночной. Еще раз накид и 2 петли подхватываю, провязываю одной изнаночной. Друзья, все, на этом я завершаю мастер-класс. Обязательно сохраните данный ролик. Узор действительно привлекательный, очень простой, и поэтому обязательно вам в будущем понадобится. От вас лайки, позитивные комментарии, и я всем желаю отличного настроения. Всем пока!